Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы нарисуем простой знак, который означает рабочие дни. Давайте приступим. Рисуем прямоугольник, вот такой небольшой. Пускай будет вот такой прямоугольник. И внутри этого прямоугольника мы нарисуем два молотка. Вот таких посередине. Сначала нарисуем вот такие две ручки. И потом нарисуем сам молоток. Вот так вот. И здесь также. Вот так вот такой молоток. Сделаем ручки потолще. Вот так. И сейчас их просто закрасим. Так, этот знак означает, что, например, чистка дороги будет проходить в такие-то рабочие дни. Или, например, парковка запрещена в рабочие дни. Если вы будете видеть знак, запрещающий парковку, и этот знак. Так. Вот так. Отлично. Вот, наш знак готов. Всем спасибо. Ждите новых знаков дорожного движения. Пока-пока.